Все в порядке, мы ведем прямую трансляцию. Добро пожаловать всем на наш прямой эфир GoodZoom в четверг вечером. Меня зовут Бен Глински, я соучредитель и генеральный директор компании LiveGood. Сегодня вечером со мной здесь будут три моих соучредителя. Я собираюсь очень быстро представить их друг другу, и мы сразу же приступим к делу. Сегодня вечером у нас очень много звонков. 1 числа у нас будет наш потрясающий директор по обучению продукции Лиза Гудкин. Привет, ребята! У нас есть наш директор по разработке продуктов, парень, который создает все эти удивительные продукты, доктор Райан Гудкин. Всем привет. Добрый вечер. А еще у нас есть наш супер-пупер директор по сетевому маркетингу, парень, которого все вы, ребята, знаете и любите, а не Казанец. Эй, дамы и господа, ну же, чувак, поехали. Все в порядке. Так что я собираюсь передать это нодеру здесь во втором часу, чтобы поговорить об идеальном времени и позиционировании, в котором мы сейчас находимся. И поговорить о том, почему и как мы выросли всего за несколько лет. 8 месяцев, 9 месяцев, 9, уже около 9 месяцев насчитывается почти 700 членов клуба. Мы, вероятно, достигнем отметки в $700 сегодня вечером или завтра утром. Мы очень близко к этому месту. Но, во-первых, я собираюсь начать с небольшого рассказа о нашем опыте, немного об индустрии сетевого маркетинга и о том, как на самом деле появился LiveGood. Потому что тот факт, что мы привлекли более 700 участников и растем на тысячи каждый божий день, действительно говорит о многом в пользу компании. Дело в том, что в отрасли что-то пошло не так. Что-то не работало. И у нас есть кое-что, что привлекает людей, и что наконец-то работает в первый раз за всю историю для стольких людей. Так что для тех из вас, кто не знает, во-первых, это не так, и я сам работаю в индустрии сетевого маркетинга около 20 с лишним лет, нет или почти нет. По-моему, уже более 30 лет. У обоих был большой опыт работы в этой области в качестве партнеров и дистрибьюторов, и они смогли разобраться в некоторых вещах, заработать немного денег на компенсационных планах, а затем перейти к консалтингу, программному обеспечению и владению компаниями. Мы запустили множество потрясающих продуктов в этой отрасли и получили привилегию, возможность просто познакомиться со столькими потрясающими людьми. Что действительно стало самой важной частью всего этого путешествия, по крайней мере, на мой взгляд. Но около 4 лет назад я полностью ушел из этой удивительной индустрии и всего, что она мне дала. И причина этого в том, что я чувствовал, что все идет в неправильном направлении. Я больше не чувствовал себя хорошо из-за того, что работаю в этой отрасли. И причина этого заключается вот в чем. Таким образом, индустрия сетевого маркетинга работает совершенно странно и отличается от всего остального, что мы делаем, видим и испытываем в своей жизни. В среднем производство продукта обходится примерно в $8-12. Кроме того, в индустрии сетевого маркетинга есть несколько замечательных продуктов. Можно заработать от $8 до $12, но компании должны продавать их за $60, $80 и даже более $100. Чтобы иметь возможность выплачивать большие деньги в рамках компенсационных планов и делать их привлекательными для людей. Присоединяйтесь к компании и занимайтесь продвижением этих продуктов. Проблема заключается в том, что менее 1% людей, вовлеченных в эти компании сетевого маркетинга, когда-либо действительно получают сколько-нибудь значительный доход. И под значительным я имею в виду по крайней мере $3 с нулевым доходом, менее 1% людей даже достигают отметки в $3 с нулевым доходом в месяц. Что это пугает, потому что большинство людей приходят в эту отрасль в надежде получить какой-то долгосрочный остаточный доход, о котором мы говорим, о котором мечтаем, который мы продвигаем, который возможен и достижим в этой отрасли. Тем не менее, более 95% людей, которые работают в компаниях сетевого маркетинга, зарабатывают в буквальном смысле $0, $95, плюс 1%. Таким образом, 1% достигнет вершины, а еще 2-3-4%, возможно, заработают немного денег. Возможно, достаточно, чтобы покрыть свои ежемесячные расходы на продукцию. И буквально более 95% людей ничего не зарабатывают. И именно поэтому, если вы посмотрите на статистику, как мы это сделали, когда сделали шаг назад, и поняли, что средний человек живет только всю свою жизнь. И сегодня вечером мы поговорим о продолжительности жизни с точки зрения наших продуктов. Но в индустрии сетевого маркетинга среднестатистический человек остается в компании не более 3 месяцев. В среднем проходит 2,8 месяца, прежде чем он увольняется, прекращает работу, переходит в другую компанию или просто сдается. Потому что, когда дело доходит до того, что вам нужно купить автоотправку за $80 в месяц за один продукт, который вам, вероятно, нравится. Или оплатить счет за мобильный телефон, или свет-счет, или ваша ипотека, или что бы это ни было, очевидно, что люди будут заботиться о том, о чем им нужно позаботиться. И продукт стоимостью $80 будет отброшен в сторону. Таким образом, как бы мы ни старались создать более эффективные компенсационные планы, мы как бы меняем некоторые вещи, чтобы помочь большему количеству людей добиться успеха. И нам это немного удается. Тем
Тем не менее, статистика просто не изменилась. Около 95% людей по-прежнему терпят неудачу, когда дело доходит до сетевого маркетинга. И вот именно тогда, когда я увидел это, мне стало не по себе от того, что я сказал людям: «Эй, приходите в эту индустрию и стройте ее в течение 3-5 лет. Вы можете зарабатывать, создавать этот долгосрочный остаточный доход, который будет продолжать поступать в течение многих лет». Придя сюда и увидев, что это не было реальностью, что на самом деле не происходило в индустрии сетевого маркетинга, я больше не чувствовал себя хорошо, занимаясь ее продвижением. У меня просто не было такого желания, я просто вел этическую борьбу с самим собой. Действительно ли это то, чем я хочу заниматься? И вот еще раз повторяю, около 4 лет назад я полностью, а сейчас мне уже около 4,5 лет, полностью ушел из индустрии сетевого маркетинга. У меня была очень успешная компания. Я объединил ее с другой компанией, позаботился о том, чтобы обо всех моих сотрудниках заботились, и я был готов. Но в то же время мы с Нотом дружим уже очень долгое время. Мы говорим обо всем на свете, о семье, бизнесе, о чем угодно. И мы всегда обсуждаем бизнес-идеи. И все остальное тоже. Я думаю, что бизнес-идеи — это здорово. Когда-то у меня был хороший друг в Сан-Диего. Мы часто ездили туда заниматься серфингом и просто болтали о делах. Это было круто. Но нет, и я уже давно говорю об этой концепции, наверное, уже около 6 лет, как у того, что мы создали с помощью Livegood, не было названия, а была только концепция. А что, если у нас есть одни из лучших продуктов в мире, которые нужны людям, и люди получают от этого пользу, которая действительно меняет их жизнь? Но через 3 месяца они перестают ими пользоваться, потому что больше не могут себе этого позволить. И когда они перестают их использовать, это не приносит никакой пользы, кроме как в долгосрочной перспективе. Так что если мы создадим что-то, где сможем предоставить им эти высококачественные продукты всего на несколько долларов дороже стоимости, позволить им сэкономить деньги, помочь им быть в состоянии позволить себе их, чтобы они могли продолжать использовать их продуктов, оставайтесь на этих продуктах и получайте с их помощью долгосрочные результаты. И делайте это с помощью небольшой модели членства, чтобы мы все еще могли выплачивать комиссионные людям за то, что они делятся ими и создают их, и быть в состоянии помочь массам. И не только помочь людям стать здоровыми, но и помочь людям, наконец, достичь успеха в индустрии сетевого маркетинга. Это нечто большее, чем просто 1% или дополнительные 3-4%, и 95% из них терпят неудачу. И вот, с учетом сказанного, я все еще не закончил. Я покончил с индустрией сетевого маркетинга, а не с тем, кто постоянно подталкивал меня к этому. Мне кажется, что пришло время. Мы должны это сделать. Мы должны помогать людям. Мы должны изменить эту отрасль к лучшему. Мы должны исправить то, что сломано. И он остался верен мне. А я просто продолжал наблюдать за тем, как все может пойти не в ту сторону и не стать лучше. И еще кое-что произошло в промышленности, кое-что произошло в экономике. Вы видите, как меняются покупательские привычки, люди переходят от более дорогих и дорогих вещей к более доступным и ценным. И он был прав. Пришло время, и отрицать правильность выбора времени больше нельзя. И вот родилась компания Livegood, а спустя 700 лет мы все еще здесь и продолжаем расти, и это действительно удивительная вещь. И самое приятное в этом то, что наши продукты и жизнь, которую мы меняем физически, я думаю, являются самой лучшей частью этого процесса. Но что касается сетевого маркетинга или доходов, то я знаю, что многие из вас, ребята, сегодня вечером звонят по этому телефону, чтобы узнать о возможностях в компенсационном плане, о том, как заработать деньги. Таким образом, в то время как в большинстве компаний 95% людей терпит неудачу, не зарабатывая ни копейки, даже всего за первый год нашей работы. У нас более 30% наших филиалов имеют прибыль, которая сейчас составляет более 30%. 30% людей зарабатывают деньги по сравнению с менее чем 5% в среднестатистической компании сетевого маркетинга. И именно поэтому мы меняем отрасль. Именно поэтому мы растем так быстро, как только можем, из-за этого дублирования, потому что впервые в истории люди действительно могут делать вот это. Они могут добиться успеха. Они могут это сделать, но гораздо сложнее продать продукт за $80, когда ваши друзья могут увидеть очень похожий продукт на Amazon за половину или третью четверть цены. Но когда у вас есть продукты самого высокого качества на планете, о которых вы услышите здесь через 2 недели, по самым выгодным ценам в любом месте, то это самая простая вещь в мире. Пойти туда и поделиться ими, зная, что вы помогаете людям стать здоровыми, оставаться здоровыми, делать это доступный способ и дает им возможность добиться успеха с помощью него. Так вот, с этими словами я собираюсь передать это дело моему хорошему другу, нашему директору по сетевому маркетингу Нотеру Казану. И для тех из вас, кто не знает этого парня, скажу, что он действительно является легендой в индустрии сетевого маркетинга. Этот парень помог очень многим людям, от обычных дистрибьюторов, которые только начинают свою деятельность, до крупных компаний в индустрии сетевого маркетинга. Написал несколько крупных компенсационных планов, создал несколько потрясающих продуктов, но просто самое лучшее в нем то, что он каждый раз отвечает на звонки. Отвечает на сообщения,
отвечает на текстовые сообщения. Он хочет помочь вам, ребята, как можно больше. Ему так же, как и мне, нравится петь песню «Маленький парень победил», и мы добиваемся того, чтобы это произошло. Так почему же именно сейчас так удачно выбрано время? Это Бен Глински, Бен Глински. Спасибо тебе, мой брат, за добрые слова. Еще раз повторяю, дамы и господа, я просто безмерно счастлив. Я знаю этого молодого человека с тех пор, как ему было чуть за 20. Как он сказал, мы оба занимались сетевым маркетингом и стремились к своей мечте. И он был самым трудолюбивым человеком, которого я когда-либо встречал, сидел в своей машине, делал перерыв и слушал Энтони Робинса. И когда он стал владельцем компании, я лично наблюдаю, как он пытается немного сдвинуть эту иглу, чтобы сделать ее справедливой для обычных людей. И это является основой того, чтобы жить хорошо и помогать обычным людям. Дамы и господа, все дело в выборе времени. И еще раз я хочу поблагодарить Бена за то, что он вышел на пенсию и занялся этим делом. И доказательство тому в пудинге. Менее чем за 9 месяцев по всему миру погибло 700 человек. Всего 700 человек. О чем это вам говорит? Люди так долго ждали этого момента. Рынок уже давно ждет этого момента. Все дело в выборе времени. Мы попали в настоящую бурю. Дамы и господа, давайте посмотрим, что там происходит. Давайте обратимся к традиционным предприятиям. У вас есть компании, похожие на традиционные компании сетевого маркетинга, как вы видели, но я не буду упоминать название компаний. Бен знает статистику, согласно которой объем продаж снижается примерно на 10-15% в год. Кроме того, у вас есть такие компании, как Amazon, у вас есть Prime от Prime Amazon, у вас есть Costco, Sam's Club. Их число постоянно растет. Так что членство в клубе – это будущее. Люди охотятся за ценностями, дамы и господа, люди охотятся за ценностями. Тогда у вас есть возможность использовать модель сетевого маркетинга, которая является отличной моделью. Люди любят рассказывать друг другу, когда находят что-то потрясающее, но им уже надоело возвращаться домой. И в наши дни, особенно в наши дни, можно найти лучший продукт в интернете по чуть более низкой цене. И теперь он хорошо работает со сцентной пустой бутылкой. У меня нет никаких вопросов. Это 90-дневная гарантия возврата денег за гораздо меньшую цену и более высокое качество. Так что все дело в сроках. Когда мы смотрим на то, что происходит в отрасли в наши дни, все говорят о том, чтобы побороться за побочный эффект. Но в то же время то, что планета пережила всего пару коротких лет назад, снова привлекло внимание общественности, сделав еще одну ступеньку к идеальному сроку. Теперь весь мир осознает и осознает важность того, чтобы люди были здоровы, и они хотят оставаться здоровыми. Но как Бен поделился с вами теми статистическими данными, которыми он поделился с вами, о том, что более 90% людей не зарабатывают деньги на сетевом маркетинге. Мы здесь не для того, чтобы делать что-то плохое. Произнеси это в рот. Мы здесь только для того, чтобы все исправить. И мы исправляем это с помощью 700 пионеров, которые являются лишь верхушкой айсберга. Дамы и господа, эта индустрия зародилась около 100 лет назад как побочный бизнес. Друзья продают друзей, эй, купите этот продукт, вы не сможете купить его больше нигде. Внезапно, всего несколько десятилетий назад, все изменилось в лучшую сторону. Речь зашла о том, чтобы накормить людей на самом верху, но благодаря качествам Бена и тому, что он делает, он помогает маленьким людям. Именно в этом и заключается суть хорошей жизни. 700 человек, люди с другими возможностями, дамы и господа, дело не только в том, что вы не зарабатываете деньги. Участие в этом проекте обходится вам каждый месяц в 100-200 долларов. Стоимость GV хорошо составляет 995 долларов в месяц. И это даже не затраты, потому что первый продукт, пара продуктов, которые вы покупаете с 10% гарантией возврата денег, экономит в 2 или 3 раза больше вашего членский взнос. Так что найдите мне другую возможность для бизнеса за единовременный гонорар в размере 40 долларов. Вы можете стать владельцем глобального бизнеса. Представьте себе, если бы этот джентльмен Бен был Джеффом Безосом. Представьте себе, если бы у Amazon было всего несколько сотен тысяч пользователей Prime. Прямо сейчас у них насчитывается 200 миллионов членов. А представьте себе, если бы Джефф Безос и Слэш Бен Глински сказали вам: «Эй, дай мне один раз 40 долларов. Ты можешь стать моей птичьей собакой на некоторое время. И каждый раз, когда ты будешь приглашать кого-то, я буду выплачивать тебе процент от их членства, а также от того, кого они пригласят, и от того, кого они пригласят». Именно тогда у них было всего несколько сотен тысяч человек. Просто подождите, дамы. Это всего лишь верхушка айсберга для человека, владеющего глобальным бизнесом за 40 долларов. Именно поэтому отрасль сотрясается. Именно поэтому у нас такой высокий уровень дублирования, потому что люди гордятся тем, что эти продукты работают. Итак, Бен, спасибо вам за то, что вы снова вышли на пенсию, дамы и господа, в те дни, когда приходилось переплачивать за продукты. Так что, возможно, некоторые люди, помимо комплимента, получат еще и деньги за это уже прошли. Возвращаюсь к тебе, Бен. Ты абсолютно прав. Большое тебе спасибо. Именно это и происходит в экономике, и именно поэтому мы растем так быстро, как сейчас. Покупательские привычки меняются. Это самое главное. Мы также услышим от Райана и Лизы о товарной стороне и о том, что мир настолько же вреден для здоровья, насколько и мы сами. Так было всегда, но сейчас они наконец-то просыпаются и начинают понимать, что им нужно что-то делать. Таким образом, это настоящий шторм не только для экономики, но и для индустрии оздоровления или здравоохранения, индустрии ухода за больными, как бы вы это ни называли, а также для всего остального мира. И точно так же, как сказал Нотер, вы смотрите на такие компании, как некоторые из крупнейших компаний в индустрии сетевого маркетинга, вы смотрите на Herbalife, вы смотрите на Asana,
вы смотрите на Nuskin, некоторые публично торгуемые компании, где вы можете увидеть их отчеты о доходах, и они упали на двузначные цифры. Только с прошлого года объем продаж в США сократился более чем на 20%. А затем вы посмотрите на такие компании, как Walmart, Costco, которые используют модель членства Amazon, которые значительно выросли в цене. Потому что у людей появилась возможность делать покупки по выгодной цене и по доступной цене. А некоторые из продуктов, которые у нас есть, ребята, просто потрясающие. Я обязательно расскажу о них после того, как Райан и Лиза упомянули о них. Но у нас есть продукты самого высокого качества на планете по абсолютно лучшим ценам в любом месте. И когда у вас есть это, даже по сравнению с продуктами более низкого качества на Amazon, Walmart и тому подобном, у нас есть продукты самого высокого качества по лучшей цене. $9.95. У вас есть месяц на то, чтобы стать членом клуба, и 90-дневная гарантия возврата денег. У меня пустая бутылка. Если вам по какой-либо причине не нравится ни один из наших продуктов, отправьте его обратно. Мы вернем вам ваши деньги обратно. Мы не хотим забирать ваши деньги, если вы не получаете результатов и пользы от этих продуктов, которые меняют вашу жизнь. Так что с этими словами я собираюсь обратиться к нашему потрясающему директору по обучению продуктам Лизе Гудкин, чтобы поговорить с вами, ребята, об этой индустрии оздоровления и о том, почему вы нужно проявлять активную заботу о своем здоровье. И о том, почему вам нужно принимать эти удивительные продукты и как они меняют так много жизней по всему миру. А для тех из вас, кто только что получил возможность познакомиться с Лизой, эта женщина просто потрясающая. Когда речь заходит о здоровье, хорошем самочувствии, фитнесе, физических упражнениях, хорошем самочувствии и всем таком прочем. Очень немногие люди на планете знают больше и живут этим больше, чем Лиза. И когда я говорю «живите этим больше», это очень-очень важная вещь. Потому что я хочу, чтобы вы, ребята, задумались об этом. Сколько врачей, которых вы знаете, страдают избыточным весом, ожирением, не в форме или нездоровы? И именно они пытаются дать вам совет и подсказать, что нужно делать, чтобы быть здоровыми. И это звучит примерно так. Если вы это знаете, если у вас есть ответы на эти вопросы, то почему же вы не становитесь здоровее? Если вы даже делаете то, что рекомендуете, то очевидно, они не работают. А потом вы видите владельцев компании сетевого маркетинга, которые нездоровы и не в форме, пытаясь продавать товары для здоровья и хорошего самочувствия. Когда вы смотрите на Лизу и на то, как она полностью живет и дышит хорошим самочувствием и является продуктом этого продукта, то практикуете то, что она проповедует. Это действительно глоток свежего воздуха. И это действительно вселяет в вас уверенность в том, что эти продукты не только абсолютно эффективны, но и у вас есть команда людей, которые стремятся помочь вам стать здоровыми и оставаться здоровыми. Так вот, с этими словами наш директор по обучению продукции Лиза Гудкин просит вас убрать эту тему. Это потрясающе, Бен, спасибо тебе. И да, Бен говорил о том, как проявлять инициативу. Так вот, я работаю в индустрии здоровья и хорошего самочувствия уже 20 лет, возможно, даже чуть больше, но я была по обе стороны баррикад. Хорошо, я была на стороне реактивной и проактивной сторон. Например, на стороне реактивной стороны я работала в кардиологическом реабилитационном центре, не так ли? Я встречаюсь с вами после того, как у вас случился сердечный приступ, и мы работаем над тем, чтобы помочь вам восстановиться. И представьте себе, если бы я могла видеть вас с активной стороны, мы могли бы сделать что-то, чтобы помочь вам избежать этого сердечного приступа, не так ли? Нужно изменить образ жизни. И то место, где я сейчас живу, это проактивная сторона. Я нахожусь здесь уже долгое время, и моя страсть действительно заключается в этом, потому что это действительно дает вам понять, что все знают и понимают, что это достижимо для каждого. Да, это действительно требует работы, немного усилий, немного последовательности, но это достижимо. Для всех. И это часть того, что приносит вам живая польза, доступные добавки по цене, которую каждый может себе позволить. Так что это играет огромную роль в этом процессе. Но в моем случае я также владел медицинской клиникой, и там я воочию увидел рост цен на добавки, не так ли они поступают от компании, производящей добавки, в наш офис. А затем мы должны увеличить их количество и продать за них. И к тому времени, когда они будут продаваться нашим пациентам, ребята, это увеличится примерно на 500%. Это просто возмутительно. И это совпадает с тем, что Бен говорил о сетевом маркетинге. Как никто. Что это было? 2 с чем-то. Это среднее количество месяцев, в течение которых они что-то покупали. Хорошо, то же самое относится и к нашим добавкам. Я бы посоветовала пациентам принимать те добавки, которые им действительно необходимы в течение длительного времени. И они будут продолжать принимать их максимум 3 месяца. Почему бы и нет? Потому что если я дам им 5 добавок, которые мне нужны, то в среднем это будет стоить $50, ребята, а это очень много денег, которые нужно тратить каждый месяц. Так что вы просто как бы делаете это, а потом не обязательно видите результаты. Потому что я всегда говорю, что вам нужно подождать по крайней мере 3 месяца, прежде чем начинать оценивать, принимаете ли вы добавки. Еще раз повторяю, что это не лекарство. Это не то, что можно быстро исправить таким способом. Есть кое-что, в чем мы все нуждаемся, чтобы улучшить свое самочувствие и увеличить продолжительность жизни. Так что я действительно здесь для того, чтобы помочь вам понять, как увеличить продолжительность
продолжительность вашего здоровья. И первый шаг заключается в том, чтобы принимать ваши пищевые добавки. Мы все нуждаемся в этих добавках. Наши источники пищи уже не те, что раньше. Это очень прискорбно. Так что независимо от того, насколько здоровым вы питаетесь, я знаю, что думаю, что питаюсь настолько идеально, насколько это возможно. И я знаю, что мне нужны эти добавки. Я прошла тестирование на содержание макроэлементов и микроэлементов, которое показало, что у меня есть дефицит питательных веществ. Просто наша почва истощена, а наш мир полон токсинов. У нас так много стрессов и недосыпа. Все это негативно сказывается на нашем организме. Так вот, еще раз повторяю, это пищевые добавки, в которых каждый нуждается каждый божий день. И это действительно здорово видеть, как это происходит с таким огромным количеством участников, что просто сводит меня с ума. Потому что я как бы работала над тем, чтобы помочь сотням людей. А теперь здесь так много людей, которым я могу помочь, и это просто потрясающе. Но мы меняем жизнь людей к лучшему. Мы увеличиваем продолжительность жизни и их здоровье. И когда я говорю о продолжительности жизни, правильно это означает, что мы живем так долго, как только можем здоровыми. Потому что мы не хотим сосредотачиваться на нашей продолжительности жизни. Потому что мы не хотим, чтобы последние 10-20 лет нашей жизни были здоровыми. Жизнь прикована к постели, неудобно, ведет сидячий образ жизни, передвигается в инвалидном кресле и все такое прочее. Так что мне действительно приятно услышать о результатах. И у меня такое чувство, что когда начиналась программа Live Good, она действительно во многом была связана с бизнесом и его развитием. И что действительно важно сейчас, так это пищевые добавки. Люди находят наши пищевые добавки, и это поражает их воображение, как такое качество может быть при таких доступных ценах. И это самое крутое во всем этом. И я только что получила это электронное письмо, и я собираюсь опубликовать его. Я действительно получила разрешение от этого клиента опубликовать результаты своего теста. И еще у нас есть страница «Живые хорошие отзывы» на Facebook, страница «Живые хорошие отзывы» на Facebook. Именно там я и опубликую это сообщение. Но я просто хочу рассказать вам несколько вещей об этом парне. Так вот, он начал принимать наши добавки примерно с 3 марта, и вот уже 3 сентября у него появились результаты анализов. Хорошо, и так он сравнивает эти два показателя. И еще мы знаем, что такое гемоглобин АЭС. Если нет, то это похоже на ваш показатель того, что мы знаем о диабетиках, не так ли? А у этого парня раньше был уровень гемоглобина 12,7 АЭС. У него был полный диабет, высокий риск развития которого был очень высок. Его уровень гемоглобина АЭС сейчас составляет 6,2. Он вышел из состояния диабета и перешел в стадию диабета. Извините, но он уже вышел из состояния диабета и находится на пути к предиабету. Он собирается продолжать в том же духе. Его уровень витамина D снизился с 12,4 до 38. Он все еще находится на самом низком уровне. Потому что этот парень всего лишь 5-6 месяцев принимает наши пищевые добавки. Его уровень триглицеридов, я просто хочу сказать вот что, во многом это похоже на избыток сахара в вашей крови, циркулирующего в вашей крови 684. Ему 196 лет. Он говорит здесь, просто к вашему сведению, я никогда не помню, чтобы мои триглицериды когда-либо были в пределах нормы с тех пор, как это произошло. Измерено. У нас потрясающие, просто потрясающие результаты. И мне очень нравится, когда я это слышу, потому что это просто показывает, что все работает. Наше послание работает, и то, что мы делаем, действительно работает. Наши продукты работают. И еще раз повторяю, мы только начинаем. Да, так оно и есть, мы растем, добавляем все больше продуктов. Но вы даже не представляете, сколько еще у нас работает, и наши колеса вращаются. И мы очень рады, что это принесет вам, ребята, еще больше пользы. Так что мы всегда здесь, чтобы помочь вам, ребята. Я думаю, что все знают, как найти мою электронную почту. Даже если вы просто встретитесь со мной, вы обязательно найдете ее. Я снова обращаюсь к вам, Бен. Это потрясающе. Большое спасибо, Лиза. Очень быстро подготовьте одну рекомендацию по продукту для всех желающих. О, у меня действительно есть вот это. Кто-то действительно попросил меня прислать электронное письмо. Он сказал, назовите мне 2 продукта, которые бы вам понравились на необитаемом острове. Что бы вы взяли? Я добавила магний и незаменимые аминокислоты. Хорошо, магний участвует в более чем 300 реакциях в организме. Если вы не получаете достаточного количества магния, эти реакции не могут протекать должным образом. Это очень важно. Трудно получить достаточное количество магния из вашего рациона питания. Это помогает улучшить сон. Часто задаваемый вопрос. Многие люди спрашивают, что мне делать при мигрени? Я просто говорю, начни с магния, начни с него, потому что самой распространенной причиной мигрени является дефицит магния. Все очень просто. А затем начни с основных продуктов питания, которые являются строительными блоками белка. Первый признак старения – это потеря мышечной массы. Это поможет вам предотвратить и поддерживать эту потерю мышечной массы. Это потрясающая штука. Так вот, это мои 2 вещи. Это потрясающе. Я согласен с вами. И я просто обожаю магний. Это самый качественный магний на планете. На самом деле это магниевый комплекс, состоящий из глицината и глюконата магния, 2 самых мощных форм магния в мире. Большинство людей испытывают дефицит магния. Ребята, если что-то не работает в вашем организме, то, как сказала Лиза, это ответственно за более чем 300 химических реакций в вашем организме, тело. Так что если что-то не работает,
то, скорее всего, это происходит из-за недостатка магния. Этот продукт мы могли бы продавать за $50 в течение всего дня, создав целую компанию сетевого маркетинга вокруг одного только этого продукта. Цена составляет $8.95. $8.95. Как будто это самая большая проблема, что каждый должен брать меньше 30 центов в день за высочайшее качество магния, которого не хватает большинству людей. Действительно может помочь вам принять это лекарство, если в вашем организме что-то не так, и некоторые люди замечают это буквально в течение недели или двух. Если у вас его значительно не хватает, вы действительно замечаете, что лучше спите и улучшаете свои физические функции. Все работает лучше, когда вы получаете то, что вам нужно. И вот еще что. Принимайте это лекарство в течение 3-4 недель и наблюдайте, что произойдет. Цена составляет $8.95. В месяц, ребята, ничего сложного. И это, да, всего лишь один из наших продуктов. Еще одна моя рекомендация, на самом деле я посмотрю, что скажет Райан, потому что у меня есть, я могу говорить обо всех этих продуктах каждый день. Но это один из самых крутых вещей. Нотер указывает на свой любимый продукт. Я сейчас выброшу его вон там. Это еще один продукт, на основе которого вы можете легко и просто построить целую компанию и заработать миллионы долларов, помочь Тони людей стать здоровыми и заработать много денег. Это наши суперкрасные. Они высочайшего качества и, возможно, являются лучшим продуктом для здоровья сердечно-сосудистой системы, когда-либо созданным. Если вы, ребята, слышали об оксиде азота, который помогает, скажите, какое слово я ищу, расширение сосудов, а не Орион любит учить меня громким словам. Расширение сосудов помогает расширить кровеносные сосуды, чтобы переносить больше питательных веществ и кислорода по кровеносным сосудам. Улучшает частоту сердечных сокращений, улучшает кровяное давление. Помогайте всему, что связано с вашим сердцем. Просто чтобы дать вам сравнение, так вот, существует отличный продукт под названием SupaBits. Это, вероятно, самый популярный и продаваемый продукт из красной свеклы с оксидом азота на рынке, SupaBits. Это хороший продукт. У них есть один ингредиент, порошок из корня свеклы. Он не является органическим. Они продают свой продукт за $39, $9540, то есть за 30-дневный запас. Этот продукт содержит продукт из свеклы, порошок свеклы, а также около 12 других ингредиентов, включая экстракт виноградных косточек, ягоду боярышника, ягоду аронии. Так много витаминов, минералов и других веществ, которые помогают вашему сердцу. Ваше тело, расширение фасций, ваше кровяное давление и все такое прочее. Она полностью органическая, сертифицированная Министерством сельского хозяйства США, в отличие от суперсвеклы, которая даже не является органической. А это значит, что она выращена с использованием химических веществ и пестицидов, которые вы не хотите вводить в свой организм. А это стоит меньше половины цены. $18 для наших членов клуба за самый качественный и абсолютно лучший продукт для партийного сосудистого здоровья, когда-либо созданный. Любой, у кого есть сердце, вероятно, должен принимать этот продукт. Я принимаю его каждый божий день. Мне это очень нравится. Это одно из моих любимых блюд. Я знаю, что это не ее любимое блюдо. Так что это еще один вариант. Я уверен, что мы еще поговорим здесь о нескольких других блюдах. И как уже упоминала Лиза, аминокислоты это просто потрясающе. Они бывают двух вкусов. Лимонно-лаймовый, который она показала, или фруктовый пунш, который лучше продается. Я предпочитаю лимонно-лаймовый. Я думаю, что это восхитительно, по вкусу напоминает лимонад. Я пью его каждый божий день. Давайте обратимся к парню, который создает все эти удивительные продукты. И точно так же, как и его жена, он живет и дышит здоровьем и хорошим самочувствием. Но что еще более важно, ребята, то, как он создает эти продукты, просто потрясающе. Он знает, где находится каждый отдельный продукт, не только продукт, но и каждый ингредиент, где он выращивается, как его собирают, как его экстрагируют, как он смешивает и работает, а также просто сочетается со всеми остальными ингредиентами. Другие ингредиенты, входящие в состав продукта. Он следит за тем, чтобы в любом продукте не было химических веществ, пестицидов и других вредных веществ, что так же важно, как и то, что в нем содержится хорошего. И это просто потрясающе. Я имею в виду, что результаты, которые мы получаем, похожи на один из... Я имею в виду, что Лиза написала один из 1000 отзывов, которые мы действительно получаем каждый месяц. И это действительно захватывающе, видеть, как много жизней изменилось с помощью этих продуктов. Но самое лучшее в компании Райан заключается в том, что мы не создаем, а создаем продукты, чтобы помочь вам, ребята, и, очевидно, продавать их. И помогать вам, ребята, получать прибыль. Но мы создаем продукты не только для того, чтобы они звучали круто, чтобы люди их покупали. Мы создаем продукты, которые приносят результат. И когда Райан создает продукт, он спрашивает себя, а не хотел бы я вложить это в свое тело? А не хотел бы я вложить это в тело моей дочери, моего ребенка, моей жены? И если подумать об этом с этой точки зрения, то это действительно меняет то, как вы формулируете и производите продукты. Кроме того, этот парень лучший в своем деле, и вы, ребята, действительно испытываете это на себе. Так что нам очень повезло, что он у нас есть. Это наш директор по разработке продуктов Райан Гудкин. Заберите это у меня. Бен, спасибо вам. Большое вам спасибо. Это было потрясающее знакомство. Я просто горжусь вами и той базой знаний, которую вы несете, а также тем, как вы передаете
несете свое послание и с которым люди могут общаться. Иногда мне кажется, что я такой же позитивный, оптимистичный и общительный, как и я. Иногда я прихожу сюда и думаю, черт возьми, почему ты так поступаешь? Я чувствую себя таким негативным, и я всегда нагнетаю страх или просто потому, что поднимаю тему хронических заболеваний и проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашем мире. И Лиза совершенно права, когда говорит о том, чтобы быть реактивной моделью поведения. И они думают об этом в течение 1-2 часа. Только в одной нашей стране у нас есть ВВП, около 20% которого расходуется на здравоохранение. Это составляет более 3 триллионов долларов. И из этих 3 триллионов долларов, 30% приходится на больницы, а 10% на фармацевтические препараты. Это почти то же самое. Это огромный кусок, который тратится на реактивную модель, модель ухода за больными, как вы сказали, Бен. И я думаю, что это очень важно, потому что, как мы уже говорили ранее, вы говорите о революции. И сейчас самое подходящее время, чтобы люди осознали это, и особенно тот факт, что мы можем внести тонкие небольшие изменения и изменить нашу траекторию движения. Мы не должны становиться жертвами сокращения продолжительности жизни, о чем говорила Лиза. Мы действительно можем взять свое здоровье под контроль. И поэтому нет лучшей возможности и лучшего времени для этого, чем сейчас. И именно поэтому я так горжусь этой компанией. Сейчас у нас есть бизнес-модель, в рамках которой вы можете с гордостью продвигать или обучать своих друзей, свою семью и тех, кто вас окружает. И, конечно же, вы можете положиться на нас здесь, в Livegood, чтобы мы помогли вам в этом образовательном путешествии и тому подобном. Потому что, ребята, я знаю, что это может быть непросто. Это может показаться ошеломляющим. Но опять же, если вы просто прислушаетесь к нам, настроитесь на нас и будете внимательны, я думаю, что вы узнаете несколько действительно практичных и простых способов улучшить свое здоровье. Одним из них является прием пищевых добавок. Это невероятно важно. И я, ребята, просто хочу сказать вот что. Я действительно думаю, что все, кто слушает нас сегодня вечером, знают об этом. Я думаю, что в глубине души они это понимают. Они знают, что, скорее всего, чувствуют себя не очень хорошо. Возможно, у них избыточный вес, они страдают ожирением, у них предиабет или диабет. У них есть родственники, больные раком или нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Вокруг так много людей, которые слушают меня и говорят: «Я плохо себя чувствую. У меня затуманен мозг. У меня нет никакого сексуального влечения. Мое либидо исчезло. У меня просто плохо с кишечником. У меня просто плохой здоровый стул. У меня нет никакой энергии и так далее. И к тому же у меня нет никакой мотивации, и я не стараюсь этого делать. У меня ее нет». Так что все эти вещи накапливаются в глубине нашего сознания, и мы приводим их в норму. И по какой-то причине мы просто позволяем этому продолжаться и продолжаться. И, возможно, мы становимся ошеломленными и не знаем, с чего начать. Угадайте, что именно, ребята. Теперь у вас есть возможность жить хорошо. И я действительно верю, что хорошая жизнь может стать той дверью. Она может помочь вам открыть эту дверь, изменить свое направление и взять под контроль свое здоровье. И я хочу отправиться в это путешествие вместе с вами. Так что, как сказал Бен, мы действительно хотим этого. И Бен, вы только что упомянули кое-что в конце своего заявления, где вы сказали: «Мы заботимся о том, что мы добавляем так же сильно, как и о том, что мы также исключаем из наших добавок». Это очень сильное заявление, чувак. Это действительно так. Существует так много вещей, которые по какой-то причине содержатся в пищевых добавках, которые не туда добавляют. Являются мусором и, возможно, могут принести больше вреда, чем пользы. Так что это одна из вещей, которую мы определенно не делаем. Бен, я хочу задать вам небольшой вопрос. Что, по вашему мнению, общего есть практически у всех хронических заболеваний? Какова одна общая черта, которая, вероятно, присуща всем хроническим заболеваниям? А именно воспаление? Да, именно воспаление, чувак. Так что каждый раз, когда я сосредотачиваюсь на первопричине и пытаюсь определить, как действительно бороться с проблемой, а не просто лечить симптом, я уделяю особое внимание одному из своих фокусов. И в этом заключается большая разница между медициной и многими другими вещами, и многие вещи они делают неправильно. Они постоянно лечат этот симптом. И это совсем не то, чего мы здесь добиваемся. Мы ищем первопричину. И теперь мы понимаем, что добавки являются одной из составляющих этого процесса. Они не будут этого делать, они не являются волшебными пулями. Они не предназначены для решения жизненных проблем со здоровьем, но они играют важную роль в этом процессе. И именно поэтому мы говорим об этом с такой нежностью и стараемся так много просвещать. Но когда мы говорили о воспалении как о первопричине, то поняли, что оно неконтролируемо выходит из-под контроля. Это постоянно повышенное неконтролируемое хроническое воспаление. Это совсем не похоже на порезы, ушибы, царапины, вирусы или бактерии, когда организм имеет нормальную острую реакцию, и это просто делает свое дело, входит внутрь и выходит наружу. Мы говорим о том воспалении, которое просто остается и вызывает у вас стресс. Оно стимулирует выработку гормонов
гормонов кортизола. Это приводит к тому, что ваши гормоны полностью выходят из-под контроля. Это приводит к тому, что вы бесконтрольно набираете вес. Вы проголодались, что-то происходит. Вы плохо спите, испытываете еще больший стресс и так далее, и тому подобное в этом неприятном цикле. Итак, во-первых, вот к чему я хотел бы приступить. Это единственное дополнение, которым я пользовался, я никогда раньше не видел его на рынке. И когда мы находились в стадии разработки и консультировались с врачом-иммунологом, мы постоянно работали над тем, чтобы сделать то, что мы хотели. Самым сильным, эффективным и мощным – это единственный в своем роде продукт противовоспалительного типа на рынке. И вот, блин, мы действительно добились своего. К нам поступили сообщения от людей. В одном из отзывов, которые читала Лиза, говорилось о триглицеридах, жирах, содержащихся в крови. Да, именно это и является четвертым фактором. Именно это и делают омега-3 жирные кислоты. Они снижают уровень триглицеридов. Они уменьшают хроническое воспаление. Они делают так много полезного. И мы называем это четвертым фактором, потому что в его состав входят 4 ингредиента. В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые также известны как рыбий жир, а также куркумин, который используется в аюрведической и индийской медицине уже более 2000 лет. Вы говорите о более чем 2000-м годах использования. У вас также есть чеснок и монеты на Q10 в виде убихинола, мощного противовоспалительного средства. Это полезно для выработки энергии. У этого продукта так много преимуществ. И если вы собираетесь взять что-то одно, то я всегда говорю, что набор ежедневных предметов первой необходимости – это то, с чего я хочу, чтобы люди начинали. Бен, мы уже приняли решение. Будем ли мы делать четвертый фактор частью пакета ежедневных предметов первой необходимости? Я думаю, что он того заслуживает. Мы постоянно ходим туда-сюда. Мне нравится, что люди могут приобрести набор ежедневных предметов первой необходимости менее чем за $30, $20 и $40 за эти 3 продукта. Потрясающий магний, наши мультивитамины или 3 наших витамина D. Большинство людей покупают этот продукт, все равно все заказывают четвертый фактор, так что я не знаю, может быть мы добавим его, а может быть и нет. В любом случае, он нужен всем. Нет, я с вами согласен. Это справедливый взгляд на ситуацию. Я согласен с вами. И могу ли я упомянуть здесь еще об одном продукте? Потому что я прямо сейчас подтягиваю его маленькими глотками. И я думаю, что люди по какой-то причине не понимают, когда мы слышим слово коллаген, что этот коллаген это не просто косметический продукт. Это не только часть волос, кожи и ногтей. Это часть всего остального, это самый распространенный белок в организме. Это внутренняя оболочка ваших кровеносных сосудов. Это ваши суставы, ваши сухожилия, ваши связки. Так что, когда вы говорите о подвижности, к которой мы все стремимся с возрастом, Лиза имеет в виду старение с точки зрения продолжительности жизни. Речь идет о подвижности и мышечной силе. И именно поэтому я не хочу слишком быстро восстанавливаться, но коллаген, ребята, это не просто красота. Продукт. Вам просто необходимо приобрести коллаген. С возрастом вы его резко теряете. Так что нам нужно продолжать принимать его дополнительно. К тому же это совсем другой тип белка. Это не тот же самый белок, что и этот полноценный растительный белок. Ребята, секретным оружием здесь тоже является ферментированный гороховый белок. Так что для людей, которые употребляли гороховый белок в прошлом, я могу сказать, вау, я плохо его переваривал. Судя по электронным письмам, которые я получаю от людей, им это нравится, а потом они так хорошо его переносят. Они просто в восторге от этого. И все потому, что это ферментация. Таким образом, он избавляется от того вещества, из-за которого гороховый белок иногда очень трудно переваривается. И именно об этой мышечной массе я и говорю. Так что вы хотите стареть изящно. Вы хотите победить хронические заболевания. Мы должны сократить их количество. Мы должны сделать 2 вещи. Давайте уменьшим наше воспаление и увеличим нашу мышечную массу. Именно этим мы и занимаемся здесь, в Живи Хорошо. Я перешлю это тебе обратно, Бен. Это потрясающе. Мне очень нравится этот протеин. Наверное, это мой любимый продукт. Я знаю, что каждый день перехожу на свой любимый продукт, но этот растительный белок просто потрясающий. Коллаген, о котором только что упомянул Райан, ребята, другие компании продают его по цене от 90 до $120, даже за не такой хороший коллаген более низкого качества. Это самый качественный коллаген на планете за $27 $9528, наша цена для членов клуба. Он отлично подходит не только для волос, кожи, ногтей, суставов, как говорил Райан, но и для костной массы с добавленными в него ингредиентами мышечной массы и силы. Это потрясающий продукт. И я определенно скажу, что я заметил. Я заметил много вещей, но мои ногти растут намного быстрее, как на пальцах рук, так и на ногах. Так что это определенно что-то дает. Но мне нравится, что мои тренировки стали лучше. Я не знаю, из-за чего это происходит. Я использую все наши замечательные продукты, но этот определенно меняет мою жизнь, как и четвертый фактор. 18 лет, что мы продаем за $1850-1895, четвертый фактор – это то, что нужно каждому. Это лучшее противовоспалительное средство, когда-либо созданное. Это единственный продукт на планете, который содержит все 4 самых мощных противовоспалительных ингредиента в одном месте. Это рыбий жир, коэнзим, куркумин и чеснок. В нем также содержится черный перец, который помогает справиться с... Как это называется, Райан? Это помогает лучше усваиваться. Это помогает. Куркумин хорошо усваивается организмом. Именно так и есть. Бум-бум. Чтобы получить то, что мы имеем в четвертом факторе, вам в буквальном смысле придется купить 2, 3 или 4 различные добавки. И все они, вероятно, будут стоить дороже, чем то, что вы получаете с четвертым фактором. Этот продукт просто необходим для ежедневного употребления. Но да, Райан, ты проделал потрясающую работу. Большое тебе спасибо. Ты отлично поработал.
работал над созданием этих продуктов, которые изменят твою жизнь. И, ребята, если заглянуть на наш веб-сайт, то одна из самых крутых вещей, которые у нас есть, это, во-первых, описание того, что именно делает каждый продукт. Что в нем содержится, как он работает и какую пользу приносит ты. Мы также показываем на примерах продуктов конкурентов. Что аналогичные высококачественные продукты являются лучшими из тех, которые мы можем найти и которые сопоставимы с тем, что мы создаем. Мы показываем вам цены и показываем, насколько дешевле наши продукты высочайшего качества по сравнению с другими продуктами на рынке. Это действительно открывает глаза, когда вы понимаете, сколько денег уходит на маркетинг, разработку и все эти другие вещи, которые мы просто полностью исключаем из продажи. Продукты доставляются непосредственно потребителю. Наши деньги зарабатываются на членстве, за которое мы также выплачиваем большие деньги в виде комиссионных, а не за счет оплаты продуктов, как это делают многие другие компании. Еще раз повторяю, как нам удается поддерживать стоимость продукции на таком низком уровне, без ущерба для качества и даже в самой незначительной степени. Так что, ребята, определенно стоит попробовать эти продукты. У нас есть 90-дневная гарантия возврата денег, вы абсолютно ничего не потеряете, даже при наличии, вероятно, самой щедрой гарантии, которую когда-либо видели. Мы получаем примерно 2 возврата денег в месяц. Никто не отправляет продукты обратно, потому что они приносят результат. Они начинают ими пользоваться. Они хотят попробовать еще больше продуктов, изменить порядок и продолжать использовать их. И действительно, за 50, 60, 70 долларов вы можете приобрести 4, 5, 6, 7 из этих продуктов, которые изменят вашу жизнь. И вам не придется идти на компромисс с оплатой ипотеки, оплатой счета за мобильный телефон, сохранением вашего бензина, полный бак и все такое прочее. Вы могли бы сделать это и при этом получать свои добавки и при этом оставаться здоровым. И еще одна вещь, о которой мы на самом деле не говорили, это то, как мы говорили о том, что прямо сейчас мир совершенно нездоров. Но опять же, люди просыпаются и говорят о том, как правильно выбрать время. Мы находимся в идеальном положении перед лицом всех изменений, происходящих в экономике, и люди делают покупки в поисках ценности. Но вот что я вам скажу. Вот-вот произойдет сдвиг в сфере здравоохранения и хорошего самочувствия, люди проснутся и скажут: «Эй, я больше не болею. Я больше не принимаю наркотики и лекарства. Я больше не хожу к врачу каждый месяц. Мне надоело быть нездоровым, страдать избыточным весом, ожирением и всеми этими болезнями. Я готов изменить свою жизнь, и это уже происходит». И, ребята, на планете нет ни одной компании, которая могла бы воспользоваться этим преимуществом и помочь людям лучше, чем та, что у нас есть прямо сейчас. С живым добром. И то, что это создает для вас, это возможность действительно изменить свою жизнь, не только физически, но и морально. А также в финансовом плане с помощью нашего компенсационного плана. Я знаю, что многие из вас, ребята, сегодня вечером звонят по этому телефону, чтобы узнать о деньгах, узнать обо всем этом волнении, которое вы испытываете. Вижу в линии электропередачи. Только на этой неделе к нам присоединились еще 20 с лишним тысяч человек, и их число продолжает стремительно расти. Очевидно, что все идет хорошо. Вы не представляете, как это происходит. Большинство компаний, занимающихся сетевым маркетингом, особенно те, которые пытаются продавать товары с наценкой в 8 тысяч и 12 раз, снижаются, и на то есть веские причины. Таким образом, как работает компенсационный план, вы можете зарабатывать деньги в этой компании, как видите, если вы проходите предварительную регистрацию в нашей компании. И вы видите, как все эти люди проходят под вами по этой линии электропередачи. Сегодня в полночь в четверг вечером у нас будет выходной день. В полночь все эти люди, находящиеся на линии электропередачи, будут помещены в матрицу в том порядке, в каком они находятся на линии электропередачи. А теперь просто для ясности, все, кого вы видите под собой на линии электропередачи, не будут находиться под вами в матрице. Эта линия электропередачи предназначена только для того, чтобы показать вам, как быстро растет компания и как будут позиционироваться люди, в каком порядке они будут двигаться. Итак, сегодня в полночь я буду выглядеть как первый человек, который предварительно зарегистрировался на этой неделе, начиная с пятницы, и получил повышение квалификации. И на нем написано: «Хорошо, а кто зарегистрировался у этого человека? Где находится самая высокая позиция в матрице этого участника? Мы можем поместить этого человека, бум, прямо туда. Следующий человек — это вы. Кто является их кандидатом на самую высокую должность, бум?» Это произойдет в 2025 году. Люди, которые присоединились к нам на этой неделе, помещают их всех в матрицу. То, как работает наша матрица, представляет собой принудительную матрицу размером 2 на 15 дюймов. Не буду вдаваться в подробности, но если вы зайдете на сайт меньше, чем URL больше, чем, и посмотрите на страницу нашего партнерского плана оплаты, то внизу этой страницы есть очень захватывающее видео, которое действительно объясняет, как именно это делается. Все аспекты матрицы и компенсационного плана работают. Так что как только вы это сделаете, я перейду к своего рода общему обзору. Как только эти два места будут заполнены, у каждого будет по 2 позиции на передовой. Как только эти 2 позиции будут заполнены, чем больше людей вы будете зачислять по мере того, как они будут продолжать поступать, тем больше им останется места под теми, кто уже там работает. Итак, еще раз повторяю, на этой неделе в матрицу войдут еще 25 человек, и единственное место, куда они могут попасть, это под теми, кто уже там находится. Так вот, это не значит, что на этой неделе вы получите 1015, 2020, 5000 человек под вашим началом в матрице в качестве, она продолжает расти. И в течение следующих нескольких лет мы привлекаем миллионы и миллионы людей, но опять же, единственное место, куда они могут пойти, это под теми, кто уже там находится. Так вот, в этой матрице вы могли бы зарабатывать сотни долларов в месяц только на людях, которые подпадают под ваше влияние в этой матрице.
матрица. На самом деле, потенциально вы можете зарабатывать в матрице до 2 с лишним долларов в месяц только за счет этого побочного эффекта. Так вот, есть 2 способа заработать деньги в матрице и с помощью наших соответствующих бонусов. Первый способ — это точно так же, как я уже сказал, просто единственное место, куда люди могут пойти, это под теми, кто уже там находится. Один человек, который попадает под вас в этой матрице, идет на работу и создает большую команду. Вполне реально может приносить вам сотни долларов в месяц в виде остаточного дохода доход. Итак, первый способ я называю быстрым и медленным. Мы начнем с медленного способа. Самый медленный способ заключается в том, чтобы дождаться этого побочного эффекта. Скорее всего, это произойдет не в этом месяце, а может быть и не в следующем. Но опять же, поскольку матрица продолжает заполняться и цифры продолжают поступать, единственное место, куда эти люди могут пойти, это раздел «Люди». И поэтому ваша матрица потенциально будет расширяться, а возможно и нет, никакой гарантии нет. Она может строиться быстрее, а может и медленнее, но любой, кто подпадает под вашу категорию в этой матрице, будет получать зарплату каждый месяц. А пока экономьте деньги на продуктах. Одна из лучших особенностей этой компании заключается в том, что вы можете сэкономить 100 долларов прямо сейчас, просто заказав продукты. Если сравнить ее с другими компаниями, то можно сэкономить от 3 до 400 долларов. Только что сравнив цены наших участников с нашими розничными ценами, вы можете сэкономить 5060 долларов. Просто заказав несколько продуктов сегодня вечером и получив от этого потрясающую пользу для здоровья. Так что лучше всего сделать так, чтобы независимо от того, планируете вы строить или нет, обязательно заказать какие-нибудь продукты сегодня вечером. Фиксируйте свою позицию или не фиксируйте ее, это не имеет значения. Приобретите эти продукты, которые изменят вашу жизнь. Но когда вы закрепитесь на своей позиции, опять же, вы можете подождать, пока это заполнение закончится, или если хотите, пойти и записать людей. Поделиться этой возможностью и помочь другим людям, если вы сможете сэкономить деньги на продуктах, которые изменят вашу жизнь, стать здоровыми, многие из них впервые в жизни. А также иметь возможность получать доход, вы можете пойти туда и поделиться им. И как мы уже говорили, в то время как в большинстве компаний менее 5% людей зарабатывают деньги, у нас уже есть 30% наших филиалов, которые получают прибыль. Это красноречиво говорит о том, какого рода дублирование и насколько легко построить эту компанию. И действительно, так много людей в Livegood уже были вовлечены в компании сетевого маркетинга или другие возможности раньше, но испытывали трудности и не могли привлечь людей. Не могли продать какой-либо продукт, не могли мне так и не удалось заработать никаких денег. И вот уже в первый раз за всю историю они видят результаты, они получают, достигают высокого ранга. И когда вы действительно зачисляете людей, а не только 2 человек, я позволю Нодеру рассказать об этом здесь, во втором разделе. Если вы зачислите всего 2 человек, вы буквально утроите свой потенциальный доход в рамках компенсационного плана. Теперь вы можете получать неограниченный доход, сопоставляя бонусы, и вы помогаете другим людям, но при этом действительно добиваетесь своего. Вы создаете тот остаточный доход, о котором мы говорим. И по мере того, как вы привлекаете все больше людей и происходит все большее дублирование, именно здесь у нас появляются люди, которые эта компания платит 10 долларов в месяц. Именно столько мы платим за членство в компании в размере 10 долларов в месяц. У нас есть люди, которые зарабатывают 3 доллара 0 в месяц, 5 долларов 0 в месяц, 10 долларов 0 в месяц, 20 долларов 0 в месяц, 30 долларов 0 в месяц. У нас есть люди, которые зарабатывают более 50 долларов 0 в месяц, уже зарабатывая 10 долларов в месяц. Программа действует всего за первые 9 месяцев с тех пор, как мы запустили этот компенсационный план. Ребята, это абсолютно огромная сумма, и мы только начинаем работу. Вы думаете, что 700 человек – это очень большая цифра, но это только начало. Опять же, как сказал Нотер, проводя аналогию с Amazon и Джеффом Безосом, если бы у вас была возможность войти в Amazon, когда у них было 700 пользователей, и поделиться ею с другими пользователями. Во всем мире сейчас их насчитывается 200 миллионов. Это открывает перед нами огромные возможности. Именно там мы сейчас и находимся. 700 членов нашей организации – это совсем немного по сравнению с тем, где мы будем находиться в ближайшие несколько лет. У вас есть возможность выйти на улицы и донести это до масс, донести это до всего мира, дать людям возможность изменить свою жизнь физически и финансово. И действительно стать лучше себя так по-разному в компании, которая меняет мир, меняет индустрию здоровья и хорошего самочувствия. Меняет индустрию сетевого маркетинга, находясь в идеальном положении перед лицом 2 самых больших тенденций, изменяющих жизнь, которые когда-либо видел этот мир. И у вас появилась возможность отправиться туда и поделиться этим со всем миром. Так что все, что вам нужно сделать, чтобы закрепить свою позицию, это зайти в раздел «Закрепить мою позицию». Закрепить мою позицию или просто нажать на любое из электронных писем, которые вы получили от Livegood. Сегодня вечером закрепитесь на своей позиции. Еще раз повторяю, 9 долларов 95 центов. Чтобы стать членом клуба, нужно заплатить 1 месяц, а если вы хотите получить 2 месяца бесплатно, сэкономьте 20%. Это составит 99 долларов 95 центов в течение года. Многие люди выбирают именно этот вариант. В любом случае, приступайте к работе сегодня же вечером. И если вы хотите получать доход в рамках компенсационного плана, закрепить свою позицию в линии электропередач и попасть в матрицу сегодня вечером, то получите 1 раз партнерский взнос в размере 40 долларов навсегда. А вы являетесь нашим аффилированным лицом. Вы можете получать неограниченный доход до конца своей жизни. Так
что это все, что у нас есть. Закрепитесь на своем посту сегодня вечером. Сегодня в полночь наступит крайний срок. Обязательно сделайте заказ на свой товар сегодня вечером. Мы отправим его вам. Мы отправляем товары каждый божий день. Мы доставим ваш заказ завтра, и в ближайшие несколько дней он будет у вас в руках. Если вы готовы изменить свою жизнь, изменить свое здоровье, стать здоровыми, начать быть здоровыми, жить лучше и чувствовать разницу, ребята, эти продукты действительно могут изменить вашу жизнь. Я рекомендую, как уже говорил Райан, наш набор ежедневных предметов первой необходимости, который включает магний, о котором мы говорили, наши поливитамины, которые нужны всем, и наш витамин D. И если вы знаете, то не говорили о ковиде или говорили о нем, если ковид что-то выявил, то очень многие люди, у которых он был, испытывали дефицит витамина D. Вы можете приобрести все три этих продукта за $27.40. Но не каждый из них, а все три продукта стоят менее $30. Это отличный способ начать работу. Или же вы можете приобрести наш идеальный оздоровительный пакет, который включает в себя наши суперкрасные и суперзеленые продукты. Я думаю, что это стоит 79 или 89 баксов. Ребята, посмотрите на продукты, посмотрите на упаковки. Вы действительно не можете с этим сравниться. И еще раз повторяю, с 90-дневной гарантией возврата денег вам нечего терять. Но обязательно получите свой магний. Как мы уже говорили, он вам просто необходим. Четвертый фактор тоже очень хорош, как и красные. Наш кофе просто потрясающий. И мы только что начали еще один разговор о компаниях или продуктах, на основе которых можно построить целый бизнес, целую индустрию. Мы только что запустили неотропное средство, которое является добавкой для мозга. Ребята, это просто потрясающе. Это наша полоска для растворения неотропного метиленового синего. Положите ее на язык, она поможет вам сосредоточиться, улучшит ваши умственные способности и улучшит работу вашего мозга. Это просто потрясающе. Только с помощью этого продукта вы можете создать огромную компанию на основе всего лишь одного из наших продуктов, который изменит вашу жизнь. Вы могли бы продавать этот продукт за $6080 в течение всего дня и жить хорошо. Цена составляет $12.95. Это означает, что запаса хватит на 30 дней. Ребята, 13 баксов. В этом нет ничего сложного. Все в порядке. Это все, что у меня есть. Большое вам спасибо, ребята, за то, что присоединились к нам. Добро пожаловать на борт. Я собираюсь не останавливаться на достигнутом и точно сказать вам, что вы хотите сделать, когда закрепитесь на своей позиции сегодня вечером. Обязательно присоединяйтесь к нам завтра в полдень. Здесь мы проводим потрясающее мероприятие по признанию звания и обучению персонала. Мы приглашаем некоторых из наших топ-лидеров поделиться своими советами, инструментами, секретами, стратегиями, мотивацией, просто суперпозитивным, оптимистичным, просто потрясающим призывом, просто строить свою жизнь, строить свой бизнес, строить свои отношения и просто делать ты хорошо себя чувствуешь. Это был просто потрясающий звонок. Так что завтра в полдень, если вы не сможете прийти, они будут записаны на пленку. Я определенно рекомендую вам посмотреть некоторые из наших пятничных звонков по вопросам пожарной безопасности. Они очень эффективны. Так что если вы сможете быть там завтра в полдень, у нас уже есть несколько замечательных ораторов. Это все, что у меня есть. Нара, я позволю вам закончить разговор. Спасибо, что присоединились к нам. Привет. Большое вам спасибо, Бен. Дамы и господа, я хочу поприветствовать вас в нашей дружной семье. Как и сказал Бен, у нас нет никаких требований к тому, чтобы вы заказывали продукты. Но почему бы и нет? Одна из причин, по которой мы стремительно развиваемся, заключается в том, что мы предлагаем 30% уровень обновления. Это коэффициент дублирования. Что это значит? Трое из 10 человек, которые присоединятся к нам сегодня вечером, свяжутся со своими друзьями и позволят им задать им эти вопросы. Кстати, завтра мы собираемся научить вас всему этому. Вы слышали, что происходит в Живи Хорошо? Просто скажите, леди и джентльмены, вы только что присоединились к нам. Вы заплатили эти $50. Вы выходите на улицу и обращаетесь к людям. Вы только что получили свои $50 обратно. Теперь вы стали бронзовым призером. Поздравляю вас. Это наше любимое звание. Как мы уже говорили ранее, в этой отрасли очень и очень небольшой процент людей зарабатывает какие-либо деньги, не говоря уже о том, чтобы стать безубыточным, став бронзовым призером. Вы стали безубыточным. Вы также утроили свой потенциальный доход в нашей матричной части компенсационного плана. Но, дамы и господа, самое важное для меня заключается в том, что когда я смотрю на эту линию или электропередачи, то испытываю вот это чувство срочности. Он знает, где находятся все эти люди. Это просто замечательно. Это просто замечательно. Но вот что вам нужно знать. Когда на прошлой неделе к нам присоединились 20 человек, и я думаю, что еще 20 человек присоединятся к нам на этой неделе, сегодня вечером мы будем отключены. Эти 20 человек и еще 20 человек за неделю до этого, вероятно, знают многих ваших друзей. Так вот, значит, что вы хотите сделать. Вы хотите сразу же войти в свой бэк-офис после обновления и получить адреса своих веб-сайтов. Вы хотите получить доступ к странице своего тура. Вы хотите отправить это сообщение всем, кто входит в ваш список на Рождество, Хануку или любой другой список, который у вас есть. Вы слышали, что происходит в прямом эфире с хорошим волнением и огненным знаком? Давайте предположим, что из 4050 ваших друзей в 2030 году только двое будут такими же умными, как вы. И поймут, что в прямом эфире хорошее – это будущее домашнего бизнеса. Точно так же, как Amazon начинала с книг. Теперь у них есть все необходимое. Мы только начинаем с самых современных продуктов питания на Земле, потому что мир нуждается в них. Дамы и господа, давайте предположим, что только двое из них осознают, что мы собираемся стать амазонкой домашнего бизнеса. Наше имя станет нарицательным, и они присоединятся к вам. Как я уже сказал, вы только что стали бронзовым призером. Дамы и господа, свяжитесь со всеми, кого вы знаете. Сегодня вечером к нам присоединились 20 человек на прошлой неделе. Еще 20 человек присоединятся к нам на этой неделе в те месяцы, когда вся индустрия сетевого маркетинга находится в спячке. Почему мы так быстро развиваемся? Потому что люди наконец-то могут гордиться собой. Они говорят, что я могу обратиться к своим друзьям и сказать: «Эй, послушайте, попробуйте наши красные вина. Попробуйте это сделать в течение
течение пары месяцев. Если вам это не нравится, отправьте его обратно. Возьмите деньги и купите самый дорогой автомобиль, чтобы люди, находящиеся выше вас, могли получать зарплату и летать на своих частных самолетах. Добро пожаловать в нашу семью. Увидимся завтра в Zoom. Спасибо тебе, Бен, за то, что ты только что вышел на пенсию. Увидимся позже. Это потрясающе. Большое спасибо, ребята. Увидимся завтра. Желаю вам отлично провести день. Добро пожаловать на борт. Принимайте заказы на вашу продукцию. Погрузите эти продукты в свое тело. Мы уходим отсюда. Спасибо всем вам. Увидимся завтра. Дружище.